Привет, друзья! Привет, гости канала! Сегодня ролик у нас будет диванного типа. Я его хотел записать на водоеме, но погода мне не позволила это сделать. Поэтому я решил записать его, находясь дома. Мне в комментариях был задан вопрос, как на стрекозе забить самостоятельно точку. То есть ввести самостоятельно долготу и широту и сохранить ее, чтобы потом можно было ей пользоваться. На что я этому человеку ответил, что писать это очень долго, мне проще снять ролик и выложить его. Во-первых, посмотрит он, во-вторых, возможно, кому-то еще пригодится. Этой функцией сам я ни разу не пользовался, но как это сделать, я знаю и вам покажу сейчас. Итак, приступим. Итак, вот мой Redmarine Dragonfly 5 Pro, он же стрекоза в простонародье. Включаем его. Так как я нахожусь не на водоеме, я сейчас буду все это делать в симуляторе. Вот, берем, включаем симулятор. Включили. Выходим отсюда. Вот карты. Сейчас они прогрузятся. Так, карты прогрузились. Для начала нам надо создать любую точку на водоеме, на котором мы собираемся рыбачить. Допустим, я сейчас ее создам вот здесь. Вы создаете на водоеме, где вам надо координаты поставить. Приходите на водоем и там ее создаете. То есть вот. Создать путевую точку. Создаю. Чтобы было более-менее понятно, я сейчас выберу пустую группу. Не своих сохраню, а в пустых. Там она одна будет, точка эта. Сейчас я вам это покажу. Вот у нас создалась точка. Вот у меня здесь нету никаких точек. Но у меня есть координаты, которые мне нужно сделать, забить точку. Теперь эту точку надо нам переименовать на вот эти координаты. Для этого выходим отсюда, заходим в меню, ищем путевые точки. Вот эта точка From App 1. Выбираем ее. Вот она. 44. Выбираем ее. Вот долгота и широта ее. Нажимаем ОК. Что мы теперь делаем? Теперь берем вот эти координаты и вбиваем сюда. Так, 25. У нас это есть. Спускаемся вниз. Пролистываем 25. Дальше у нас идет 44. Здесь у нас стоит 45. Забиваем. Дальше нам нужно 253. 253. Дальше нам необходимо 0,80, 0,6. Пролистываем, 0,80 у нас стоит уже, 0 стоит,
Вот, восьмерку на шестерку надо исправить. 0,6. 700. 20. 8. Запада. Сверяем наши координаты. Надеюсь, видно в камеру. Сверили. Спускаем курсор вниз на сохранить. Сохраняем. Вот у нас координаты здесь изменились на наши. Надеюсь, камеру видно. Теперь смотрите, где наша точка окажется сейчас на карте. Выходим отсюда. Вот эта точка, которую мы создали. Теперь смотрите, что получается. Сейчас я уменьшу размер. Так, кораблик у нас уже уехал. Изначально у нас точка стояла вот здесь. Мы ее создали с вами вместе. А сейчас она вот встала. То есть, где нам необходимо по нашим координатам, мы ее просто перезаписали. Так все это делается очень просто. Надеюсь, кому-то это пригодится. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч!